Всем доброго времени суток. Сегодня мы приехали специально с группой «Захват», чтобы поздравить именинника с днем рождения, но сделать это оригинальным способом. Мы сейчас пройдем к нему домой, положим всех гостей, посмотрим на их реакцию, а в конце сделаем небольшой сюрприз. Поехали. Сёма, брат. Сёма. Это я, Колючий. Здесь, что ли? Братан. А пацанам закладочку. Давай, брат, от души. Сейчас мы вернемся. Лежать, всем лежать, полиция! Лежать, лежать! Руки на стол, лицо в пол! Руки на стол! Смирно, руки на стол! Наши, блин, молитвы! Поступила информация, что здесь употребляются наркотические вещества. Да. Сейчас будем досмотр проводить, да. Тишину создали, пожалуйста, телефоны отключили. Улыбаться будете в другом месте, девушка. Там чисто. Серега Романович. Я сам смешно, да? Встал к стене! Давай, давай, к стене, к стене! К стене, сказал! К стене, к стене! Мужчина! Руку! Руки, руки! Фамилия, фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество. Ваша! Отвечайте на вопросы! Фамилия, имя, отчество. Отвечайте на вопросы! Оперативная съемка ведется. Так, фамилия, имя, отчество ваше, пожалуйста. Можно представиться? Вы представьтесь. Нургалиев, сержант Нургалиев. На каком основании? Что такое? Поступила информация, что здесь употребляются наркотические вещества. Так можешь посмотреть в карманы, кто употребляет. Вот я пью коньяк. Я понимаю вас, но поступила информация, понимаете? От соседей. По регламенту. Нам положили, как эти. Все нормально, все нормально. Создайте, пожалуйста, тишину. Да. Один пакетик белого вещества. Отойдите, не мешайте. Блин, хороший. Пожалуйста, не прекращайте. Не мешаем следственным действиям. Какие следственные действия? О чем вы? Все, вводим. Что там? Водим. Руки. Будем криминал оружие, отошли. Да, отошли. Не перегибай нахуй, не перегибай, блядь. Что за беспредел? Все, успокойтесь. Старлей, досмотр, вы досмотр. Старлей, фамилия, имя, отчество ваше. Да, дата рождения. А местный, казанский? Да. Следственная съемка ведется. Что, в отдел поедем, в отдел гвардейский. Тогда пошли к понятым его в зал обратно, там проведем. Там много людей. В отдел поедем сейчас. Гражданин Валевский. Спокойно идет, что можешь, слышишь? Что за беспредел? Включайте телефон, снимайте все на камеру, короче. Уважаемые граждане! Базар-вокзал закончен, короче. Понятых не ищем, вы являетесь понятыми. Был произведен досмотр. Встаем мы здесь вот. Употребляете наркотические вещества? Нету? Точно. А чем можете объяснить? Сверток найди. Вот он подкинул. Кто подкинул? Сейчас не актуально. Сейчас уже мыло суют, короче. Так, еще раз представьте, мужчина. Валевский Олег Константинович. Олег Константинович. То есть у вас получается день рождения сегодня? Повезло, блядь. Ну я бы не сказал, что повезло. Сейчас в отдел поедем. Дальше будем выяснять уже. Олег Константинович, сейчас проедем в отдел полиции для освидетельствования. И для установления... Ребят, грузите в машину, пожалуйста, да, именинника. Поехали, все. В отдел поедем. Поехали в отдел, там уже дальше будем разбираться. А, мне плохо, вызовите скорую! Скорую вызовите! Да, хороший цирк, хороший разводить цирк. Он эпилепсик. Цирк будет потом разводить. Итак, все так, да, везем в отдел гражданина. Так, у вас получается день рождения сегодня, что ли, да? А что такие грустные-то все, я не пойму? А вот первый кто-то зашел до вас, блядь, настроение спорта. А что, кто-то, в смысле? Мы не знаем, кто зашел. Вы обвиняетесь в том, что вы превысили порог мужественности, сексуальности, красоты, являетесь отличным семьянином, прекрасным человеком. И, собственно говоря, желаем вам бесконечного счастья и хотели бы
подарить вам подарок. Это розыгрыш, ребят, розыгрыш! Ура! Вот это поворот! Хотели бы спеть песню под гитару специально для вас, с вашими гостями. Вот, так что все, ребята, я думаю, поддержат песню, все знают. Давайте споем. Еще раз с днем рождения, давайте поаплодируем. И давайте споем. Пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. И спецназ, а я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит нам подарок 500 эскимо. И все вместе, а я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Да. Ну еще на бис одну песню, районы, кварталы. Больше нечем володить, все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки, я шагаю налегке. Районы, кварталы, жилые массивы, я ухожу, ухожу красиво. У тебя все будет класс, будут ближе облака. Я хочу, как первый раз, и поэтому пока. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки, твое имя на руке. Районы, порталы, жилые массивы, я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы, я ухожу, ухожу красиво. Я ухожу, ухожу красиво. Еще раз с днем рождения! С днем рождения! Спасибо, спасибо. Гуляем! Поздравляем! С днем рождения! И давайте два коротких, один раскатистый. Гип-гип! Ура! Ура! Ура!